наш розыгрыш. Дорогие друзья, меня слышно? Алло? Да, Алло? Да подожди, надо проверить, чтобы люди нас слышали. Как бы прямой эфир запустил. Ну тогда еще раз всем здравствуйте. Мы начинаем наш розыгрыш. И разыгрывать мы будем одну лицензионную копию игры Besiege в Steam. Разыгрывать мы будем с помощью сайта random.org. Вы сейчас должны видеть его на своих экранах. О, так, подожди секунду, я сейчас проверяю. Трансляция почему-то грузится, подожди. Где трансляция? Где трансляция? Да, все есть. Вот нас догоняет, там зависание чуть-чуть. Ну, задержка да. Всегда бывает. Итак, у нас вообще кто-то есть на трансляции? Да, есть люди. Всем привет, ребята. Форс, знакомьтесь, да. Я Форс. Да. А это глава нашего канала. Он его основатель. Ему всем всех благ. Так, спасибо, да, ему. Сашка, да. Вот меня зовут. Вот. Можете просто называть Скороль, Скоролей. Ага. Три раза тебя так будут называть. Угу. Да, мне главное кричать Ава. То есть, ну, это просто не забыть. Ава, Сашка, думаю, кричите, не парьтесь, короче, все. Да. Я думаю, мы начнем, как бы, для чего мы сегодня собрались. Очень здорово, да? Собрались мы разыгрывать игру, да, и у нас сегодня будет один счастливчик, который ее получит. Она уже лежит у нас в инвентаре, в Стиме. Получит он ее через Steam. Поэтому не пугайтесь. И чтобы было все честно, мы проверим, чтобы он был подписан на наш канал, чтобы он поставил лайк видео. Да, все условия будут проверены. Я уже проверил. Некоторым людям даже в личку уже успел написать, мол, открой канал, покажи, подписан ли ты на нас или нет. Хорошо. Так что, смотрите, ребята, условия такие. Если человек не подписан на наш канал, либо он не поставил лайк, ну, уже хотя бы за 2 минуты до начала стрима, то ему игра не попадет, чтобы вы не обижались. То есть, если вас объявили победителем, и вы тут же подписались на канал, поставили лайк, так не получится. Мы переиграем, ну, перерандомим ваши ники и получит новый. Поэтому, чтобы было без обид, я вас сразу предупредил, у вас вот еще есть полминуты, чтобы все это сделать. То есть, как бы, да. Ну, я думаю, мы начнем такое. Да, давай. Копирование. Я вот сейчас там у нас... Давай мне ники, ники. Никнеймы я именно передаю те, которые с ваших каналов Ютуба. То есть вот у нас идет. Давайте проверим, в принципе, все вместе. Я сейчас форс, я тебя зачитаю, как бы, да? Давай. Кажется, есть, нет. Давай. Ну так, ага. Подожди секунду, надо немножко как бы видео найти. А у меня тут веселуха. Мне весело, у меня играет музычка. Красавчик. Ну, поехали. Так, первый у нас идет Виктор Бойко. Есть. Потом Happy Channel. Тоже есть. Степа Облехин. Я, конечно, извиняюсь, ребят, но кого правильно не называю, серьезно. Ну, сами просто думаем. Первый раз как бы читай, да. Ничелас Соун. Тоже есть. Илья Олейник. Присутствует. Secret Name. Одного ты уже, походу, пропустил. Secret Name нету, да? Нет, Secret Name есть, а вот Ukraine Cossack, он у нас есть? Да, есть, только я его вот был, коммент прям... Может, удалился? Или он ниже перенесся? Ну, поищи, он мог переместиться ниже. Ukraine Cossack. Посмотри. Да, не, есть. Он какой-то Украин. Подписчик на канал. Да, украинский казак все. Был такой. Хорошо. Так, Илья Олейник, я уже, в принципе, говорил, секрет. Угу. Дальше Андрей угу. Свирид. Да, есть такой. Потом Денис Сап, кстати, он у нас присутствует на трансляции, ему отдельный привет от нас. Есть, привет, Денис. Ну, я просто единственного, кого заметил, кого не заметил, не обижайтесь. Так, Ренат Сараев, ты его тоже пропустил, он есть у нас. И Богдан Грещишин, извини, если неправильно прочитал. Да, есть Богдан Грещишин, есть. Угу. И кто еще ты говорил? Ренат Сараев, да, есть, да, такой. Есть, хорошо. Дальше, после Дениса у нас кто? Дэн Мазурин. Или Мазурин. Есть такой. Максим Калану. Есть. Каланов. Макс Дарк. Есть. Куда же без Макса Дарка? Ну да. Так, дальше Ренат, Богдан, это мы как бы называли, это мы прошли. Угу. Дальше Вова Ханка.
Вова есть. Отлично. Владимир Тамарин. Ту-ту-ту-ту-ту, есть. Тамидис. Кто еще раз? Тамидис. Ага, есть, 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 все есть. Нортон Н. Есть. И Пако Офиков. Да, все на месте. Ну, Итак, дорогие друзья, это весь перечень ников, которые выполнили все условия, да? Правильно, все условия не да, выполнили? Да, все, прям там и лайки, и прям ух. Сейчас я их копирую, по идее, вы должны это все внимательно сейчас видеть. Так, копировать. Захожу И, на так, сайт сейчас random.com. я главный экран такой открою. Ну давай, давай, Вот там как я задержка. показываю, ты можешь уже показать людям О, экран. господи, ты... Воу-воу-воу-воу-воу! Да, верни, как было, пожалуйста. Вот теперь ты понимаешь, что у меня тогда происходило, да? Да, ты сначала покажи тогда свой экран, короче. Так он же показан. Или перезапустить. Ну, я не вижу лично. У тебя видно... А, он показан, только ты покажи именно сайт сам. Ну, Вот, рандоморг, я же не успел перейти, ты же меня остановил. вот-вот. Рандоморг. Так, жди, показывай, когда тебя на главной. Ну, покажи. Пожалуйста. Ну, как бы должно тебя показывать, сейчас мы это проверим. Там задержка у ребят идет. Сейчас подожди, пусть на главном канале я посмотрю. Блин, там задержка, походу, в минуты две, это явно. Ну, вполне возможно. Потому что у ребят, я вот вижу, они в чате общаются, ну, получается, идет сейчас, короче, 3 тысячи, кто-то уже пишет, воу-воу, много вас, и так дальше. Да, задержка таки хорошая, в 4 минуты, в следующий раз, ну, обещаю вам понастроить, чтобы было поменьше. Как бы тебя уже видно, то есть можешь продолжать вставлять ники, Все, все. Итак, ребята, вот у нас все ники. Я медленно сейчас буду опускать, вы можете увидеть каждый свой ник. Вот у нас Виктор Бойко, Happy Channel, Степа Облехин, извини, если не так, ну, вводи в мое положение, Николас Пон, Сон, Сонь, Илья Олейник, Украин Косак, Secret Name, Ренат Сараев, Богдан Грещин, Андрей Свирит, или Свирит, извини, Андрей, если неправильно прочитал, Денис Сап, Вова Ханка, Владимир Тамарин, Дэн Мазурин, так, кто у нас там, Тамидис, господи, Максим Каланов, Макс Дарк, Нортон Н ну, и короче, Пак мы Офикал. поняли, не Все. перечисляй всех, потому что, ну, Так, это все, понятно. я уже закончил. Все. Я просто немного сам устал. Давайте. Барабанную дробь. Ну, включите мне кто-нибудь барабанную дробь. Ну, давайте. Ну, есть там такая кнопочка. Ну, там есть отдельная кнопка, ну, ладно. Так, я вот его уже не знаю, где ее найти. Я уже забыл. Ладно, забей, давай. Раз, два. Страшно. Рандомайз. Так, заветная кнопочка кликнута. И побеждает у нас Secret Name. Так, Secret Name. Посмотри, пожалуйста, на канале, есть ли у него... написал ли он в своем комментарии его логин в Стиме? Не, он написал, естественно. А на стриме его нету, да? На стриме, к сожалению, нету. Ребят, отдельное спасибо тем, кто пришел на стрим. У нас да, был ребят. Розыгрыш, и мы этого ну, просто так не забудем, я вам обещаю. Вы не расстраивайтесь, розыгрыши будут еще обязательно. Мы продолжим наше дело, нам это нравится. Самое главное, чтобы, конечно, нравилось это вам. Когда вы ставите лайк, вы даже не представляете, как вы поднимаете мой боевой дух, дух инженера. Дух инженера, как же странно звучит. Главное, не расстраивайтесь, розыгрыши будут обязательно. Их будет не так уж мало. Поэтому у вас есть все шансы победить. И еще хочу сказать, если буквально завтра к 12, нет, не к 12, ладно, когда он там, вечером, да, к вечеру, к примеру, к 9 часам, Secret Name нам не скинет свой действующий Steam ник. Не-не-не, Steam ник его есть, я вот тебе в чате скинул. То есть. Так я же просил, есть, ты сказал, что нету. Я сказал, есть. Ты меня не услышал, может, я плохо разговаривать научился. Ладно, так тихо, у меня не плывет экран, не трогаю. Итак, тогда... Так, пусть тогда наш, как сказать, с языка сорвалось слово, ладно. Пусть тогда у нас наш сотрудник, покажи его монитор, чтобы мы все увидели игру. Да-да-да, сейчас покажу, так. Так, сейчас он прям в прямом эфире, будем отправлять ему подарок. Secret Name, ты должен меня слышать. Я надеюсь, ты посмотришь запись стрима. Я надеюсь, да, ты это сделаешь. Я, кстати, Secret Name, к тебе очень такая... Есть. Так, как и бы, отпишись, пожалуйста. А кое-как какая информация тебя, походу, короче, ненавидят все, кто сегодня пришел на стрим. Да, ну многие явно. Так, все, я вижу уже, я вижу монитор.
нашего напарника. Я не буду читать его ник, потому что, честно, я никак не могу его нормально произнести. Рашберн. О, ладно, не так уж сложно. Почему-то переключиться на него не могу. Ну, так, Рашберн, думаю, ты меня слышишь. Ты скопировал его логин, да? Нашел его? Вот в нашем чате. Угу. Да, все, он пишет, что он его нашел. Он его нашел. У меня сегодня хорошее настроение, думаю, вы заметили. Хи-хи. Это сегодня первый день, когда я не устал, да. Это такой веселый день, суббота. Наверное, надо было сегодня записывать видео, но ничего. Завтра обещаю, завтра я вам скину аж 3 видео. Одно у меня готово, и 2 еще запишу. Ребята, еще, пока наш... Блин, да как... Почему-то хочу назвать его курантом, я не знаю, почему курантом. Курьер, во. Назову его курьером. Пока Рашберн отправляет игру нашему победителю, по крайней мере, явно пытается это сделать, да, он показывает нам, что игра есть, вот она игра, подарочное издание, мы поняли, найди ты уже этого человека. Итак, ребят, буквально через пару дней, вот, наверное, ближе к концу, это не этой недели, к концу следующей недели я открою, наверное, какую-нибудь почту, либо создам какой-нибудь... ВК отдельный, куда вы сможете скидывать свои работы. Либо же кидайте свои работы. У нас есть представитель наш ВКонтакте, на канале вы можете его найти. Да-да, группа ВКонтакте. Там, да, группа ВКонтакте, она нам помогает. Это вот взаимная помощь. Можете кидать туда работы. Вот прямо в комментарии, там открытый комментарий на стенку. Можете кидать работы туда. Если вы хотите, чтобы я их обозрел, ну если я их... Этот, ну вы поняли, обозрел, короче. Да, я... да. Короче, чтобы я сделал на них обзор, во. Обозрел. Просто... Нет, ты просто... обозрел. Отстань от меня. Да, мне сегодня можно говорить. Соролей. Так, вот у нас Рашберн. Рашберн. Ага. Секунду, так, Рашберн. Да, я же говорю, тебе нужно его найти в списках друзей. Вот первая проблема, с которой мы столкнулись, да? Это ник не может найти человека. Ну, будем писать в группе, если не найдется. Ну, Томас там второй по списку ушел. Андрей Свирит, я уверен, что этот чувак найдется за 2 секунды, я прямо сейчас могу его вызвать. Это мой знакомый, поэтому это вообще без проблем. Он мне уже начинает строчить, давай. Я понял. Не-не. Ну не подумайте, здесь никто не наиграно, это все действительно так. Нет, ты сказал, что это твой знакомый, поэтому надо будет переиграть рандом, если в таком случае. Да отстань ты от меня, да отстань, он честно играл. Это же честно все было. Чувак бы получил бы тогда, ну, халявчик. Да иди ты в задницу, серьезно. Я ему отправлю лично тогда игру. Ну честно, ну сам по сути это будет честно. Ты не секрет нейм вставляй, чувак. Рашберн, я тебя сейчас бить буду. Вот, у него логин. Спрашивают, а что будет, если мы не найдем? Ну, если мы найдем, то есть мы ему... Переиграем стрим. 24 часа, да, я думаю, ну, дадим человеку шанс найти. Вот это, слушай, посмотри, пожалуйста, если не перебью, посмотри в чат. Вот это же у них, правильно? Логин скайпа в этом стиме. Snowman. Ну, это логин, да. Вот это, Рашберн, убей, да, вот это, попробуй. Еще раз вот повторюсь, ребят, то есть вот Кепичана спрашивал, если не найдем. То есть я думаю, мы сутки дадим человеку, да, вот он в группе на канале напишем, то есть такой, приходите к нам, получи свой подарок. Если он не придет, мы просто переиграем обратно рандом, ну и победителю опять же вручим. Если опять же победителя, блин, не будет, то это будет до бесконечности, потом просто надоест, и мы кому-то так подарим ее. Итак, ну смотри, у нас здесь слишком много сноуменов каких-то, ну вы поняли. Да, не думаю, слушай, давайте все-таки пусть он отпишется нам. Есть там никнейм указанный. Ну, ты написал. Ну, это явно это не Канада, да? Нет, это явно не Канада, даже Россия Федерация. Должен быть Сивен, то есть под сноуменом. Сивен, я не видел. Должен быть какой-то Сивен, там, например, вот там сноумен. Рашберн, пролистай вниз. Нет, его здесь нету. Нет, его здесь нету. Ну, ребят, тогда надеемся, ну, вам приходится надеяться на то, что чувак просто в течение суток не появится. Да, думаю, он расстроится. А чуваку мы желаем в течение суток появиться. Нам как бы все равно, мы за всех вас болеем, все рады. Да. Самое главное, все-таки, еще раз повторюсь, не расстраивайтесь. Розыгрыши еще будут. Если чувак не найдет, сможете все получить. Его быстрее.
Так, ну а у вас еще есть время прийти и сломать ему ноги? Да, то есть, ну, вы как бы руки, нет, зачем ноги? Ну, то есть без рук он не сможет зайти и отписаться. То есть ломайте просто. Есть язык, нос и пальцы ног. Руки, без ног он просто не дойдет. Пальцы, ну так, чтобы не нас. Ну, короче, можете его поломать, только не убить. Но по-тихому, да. Так, ладно, это было такое юмористическое отступление. Думаю, пора заканчивать, чтобы мы вас долго не мучили. Да, у некоторых вот 3 часа ночи пишут, это вообще, блин, жесть, конечно. Ох, ну, вам все, аплодисменты вам, отдельное спасибо, что вы пришли. Да, ребят, вот те, кто был просто вот сегодня, вот сейчас я даже вот специально, спецом вот выделю ваши никнеймы, да, кто там отписывался. Отпишитесь вот сейчас, реально, все в чат, хотя бы там поставьте. Давайте, я всем привет передам, я завтра всем привет в новом видео передам, да, давайте. Просто плюсик поставьте, да, я вот просто вас отдельно выделю, в муке, так сказать, наши первопроходцы. Если будут какие-то конкурсы, вы не будете узнавать просто первыми. Я хотел завтра передать им привет в видео. Не, ну, это само собой. То есть, вот, ребят, напишите в чатик, пожалуйста, все плюсики, то есть, там, бах-бах-бах, все хорошо. Так, у кого там 3 часа ночи, чувак, это тебе. Это искренне. Так, что у нас там, нам говорят чат? Мы посмотрели, Rushburn, никто из них, мы подождем, пока он объявится, и скинем ему завтра, как только он объявится. Если он не объявится, то переиграем. Допустим, да, переиграем. Он тут, что? На канале пишет. На канале? Вот это поворот. Не понял, как это он может быть на канале? Так вон, ребята, пошли пока плюсики писать, короче, а я сейчас проверю, как это он на канале. Давай, Snowman, или как тебя по-другому? Давай, отпишись нам. Естественно, мы перепроверим, чтобы это сейчас не было какой-то фейк, потому что времени было достаточно давно, чтобы создать фейк. Да, я же тут тоже так подумал. Так. А, Secret Name, подожди, я его где-то в чате видел. Подожди, так он же есть, есть, вот он, вот мы нашли чувака. Он есть, он здесь, он с нами. А мы хотели чувака кинуть, да, не получилось. Я вот на него этот самый, да? О, все, давай, окей. Чувак, чё ж ты объявился, мы тебя почти кинули, короче. А ты такой, внезапно. Мне просто в кайф эти штуки. Так, ребят, давайте еще раз по плюсику, кто здесь, а то я так, ну, пропустил слегка. По плюсику чатик, вот прям, серьезно. Будьте просто субскрайберами. Пацаны, уклонитесь. Нами первого ранга, это тоже, ну, толстой. Ребят, у кого-то есть идеи на новые машины, кто-нибудь что-то хочет создать, а? Мне столько идей. А мне все не разрешают их выкладывать. Ну как не разрешают, мне на самом деле лень записывать. Да, я думаю, дело в другом. У меня, кстати, есть одна машинка. Ты скинул, за картинки, короче, скинул на рубрику «Интересные машинки» слона. Слона? Это просто потрясающе. Кстати, ребятам, машину, это тут... А, там реально слон, он реально боевой, он ходит. Он стреляет ракетами. Не делай такой голос. Это просто шатана. Так, слушай, у нас что, опять 300 людей? В смысле 300? Да он вбил его прям профиль, что-то не очень. Слушай, Дим. Ой. Дима, какой Дима? Дима, с Димой только что попрощался. Да. Rushburn. Открой сейчас свой список друзей. Если я не ошибаюсь, это может быть через... Ребят, что-то как-то у нас проблемы с этим. Как-то игра не хочет идти в руки своему владельцу. Это нет, так, не пугай людей, не пугай людей, он дойдет. Не, дойдет. Денис Сап, слушай, поищи. Я посижу до утра, мне не сложно как-то. Слушай, Rushburn, я сейчас запущу свой Steam, я попытаюсь сейчас его себе добавить, а потом тебе, если что, сейчас скину в контакт. Ну или куда-нибудь сейчас тебе скину, короче, сейчас подожди, чуть-чуть, 2 минуты. Сейчас разберемся. Так, победитель у нас должен остаться с призом, это не обговаривается. Ну да. Базаре 0. Ты
Сейчас у меня запускается. Я там пока в чатику, если ты видишь, я просто ники копирую, как тут сейчас на стриме, там у нас 10 человек. Да я уже вижу, что ты. То есть, ну, реально люди, которые поддержали. Так, Максим добавил. А нет, люди уходят с нашего стрима. Зачем вы так? Вы нас расстраиваете. Да вы... Ну, они уже узнали все, что хотели, они расстроились и уходят, я их понимаю. Помирает одна коала. Не надо этого делать. Просто не надо. Коалы, все любят коалы. Да, из-за стрима у меня, конечно, стрим долговато запускается, что-то прям очень долго, мне это вообще не нравится. Так, так, мы что-то опять не можем найти или как? Сейчас, как только у меня... Стрим перестанет выкореживаться. Так, дорогой, ты наш secret name. Ты нам ссылочку дал, но мы тебя почему-то... У нас, блин, опять... Так, не расстраивай чего-то раньше времени. Подожди. Сейчас все будет. Ну, вот этот самый Олигос там пишет, типа, ну, чувак, мы просто не можем его найти. Посмотри, блин, там куча людей. Так, все, тихо, успокойся. Сейчас у меня Steam запустился. Список друзей, добавить друга. Секрет, этот самый name. Пишите, пожалуйста, в чатику, то есть как полностью никнейм, ссылочку, да, там, логин, ну, чтобы просто мы не ошиблись. Потому что, ну, отправить мы-то можем отправить, но опять же, потом, а, вы не тому отправили. Я такой, ну, как бы, все. Вот таких вот ситуаций как бы не было. Слушай, у меня у самого дает прям целую тонну этих секретных. Я хочу сказать, здесь 178 примерно тысяч вот таких вот ник. По данной секрете. Ну я, ребят, ну в натуре, я просто скинул вам ссылку. Ну сейчас пробуйте. На стриме видно. 178 286 человек выдает. Вот отлично, я, короче, психанул, я сам сейчас пробую найти, да. Вот. Ребят, я его нашел, не издевайтесь, блядь, с меня. Так. Блин, подожди, ты шутишь сейчас или что? Вот, ссылку берешь, тупо вставляешь в браузер, вот по ней проходишь. Ну, вы серьезно, ребят, ну... Вот пока этот самый царь, царь-олей, короче, не возьмется, любимые наши подписчики. Вот, серьезно, без меня, короче, тут вообще ничего не делается, вы видите, да? Это два халтурщика, которые не знают, как занимаются. Я просто вообще в шоке. Ладно, ладно, я еще халтурщик, ладно. Так, вот это вот, прошу, ребят, запишите. Запишите это, и потом мы... Нет, все нормально, то есть я чувака вот нашел, да? Вот я не знаю, почему раздорн тупить. Отстань от нас. Мы стараемся, мы уставшие работяги, ты лентяй, ничего не делаешь. Лёр, давай, по ссылочке в пляс, там, ну, ты понял, да? Наш Лёр, ссылка в чате. Ссылка в чате нашем, вот именно, стрима. Именно не стрима, ну, там, где... Там я так понял, он просто показал Steam монитор, а не свой вообще, поэтому мы не видим, что он там делает. Куда он ту ссылку в натуре копировал, не знаю. Я уже смотрю, что да, он искал как-то по-дебильному немного. Мне кажется, у чувака... Мы не первый раз в стриме. А, стримим, да, первый раз, но я как бы до этого не стример. Аналогично. Никогда в жизни. Это вообще мой первый проект на Ютубе, поэтому... Ребят, а вы мне... Если не, вы понимаете, если бы я раньше стримил, я думаю, у меня бы на канале было чуть побольше людей, да, и как бы я... И вообще, люди, что не пропадаешь. Это бассейн фан, то есть фановый как бы канал, вот какое... Подготовка к стриму. Вот пацаны, если бы не я, они собрались только за 5 минут до начала стрима. Это хорошо, что я пришел, да, и собрал как бы за 20, хотя бы. Я бежал сюда с другого конца города. Да, одни проблемы возникли. А я не знаю, что это так гонит, это пипец. Это ты тут кинул важное диване, я понял. Не меняется у Пашки. Потому что он это окно стима, а не свой полный экран, понял? Паш, давай ты как-то или ну, не понял. Покажешь людям или что? Пусть уже идет. Если сейчас я его уже найду, это будет работа уже очень. То, так я его нашел. Так что, ты просто вставляешь, да, тот самый, и Enter. Да ты понимаешь, у меня хромосок хороший, то, что мне пришлось запускать оперу.
У меня никогда не работал Google Chrome. Ну, с Steam мы О, пользуемся я его впервые, нашел. просто вот чувачок подтупливает, я не знаю почему, да, то есть я уже два раза нашел чувака. Вот, наконец-то, и он решил найти. Ну, может, это Оставь связано себе, с то, чтобы что он там нашел какие-то рапера. проблемы с компьютером, или просто там руки кривые, рак еще. Не, ладно, совсем не в обиду. Вот, Да. вот, вот, чел, Ну, да, я хочу ты сказать... добавляй его там в друзья, все дела. Чмоки-чмоки его. Слушай, я даже знаю, Паш, разберу, как сделать это все бы намного быстрее. Я сейчас могу я его добавить в друзья, и ты уже через меня его найдешь. Это будет намного быстрее. Не, полдесятого не у Форса. Полдесятого это у меня. У меня У просто меня уже четкое время. пол-11. У меня просто У меня четкое время. пол-11, ребят. Как бы царское такое время, да? Блин, Да, здесь, короче, правило доллар. номер один. Не жрать на стриме, да? Слышишь, я сейчас делаю правило, нарушу правило номер 2. Сейчас буду пить чай на стриме. Блин, только я его не сделал, сволочь, не дали мне сделать чай. Не-не, все, больше не буду. Фу, некультурный. Так, что такое? Рашберн, ты там что, завис или как? Ты хоть отпишись, Паш, ты ты просто живой. вставь, блядь, гребаную ссылку в ебаный, блин, браузер. Ну, серьезно. Уже, ну, Чувак, люди это... психуют, это в натуре. Не даю через браузер зайти, господи. Ой, ты, боже мой. Попробуй другой браузер. Ну, чувака полчетвертого, имей в виду, ну. Ну, чувак, мы тебя нашли, мы тебя не бросим. Да, Ты можешь идти спать, мы Не, разберемся. честно, я бы задал просто, получается, сама игра находится у раздорного инвентаря, то есть на стиле. Как бы, вот. Поэтому сейчас такие проблемы мы терпим, ну ничего. Чувачка, вы должны понять, простить, там все дела. Ну, первый раз, как бы, да, может, он волнуется. Или просто раз по жизни. Так, Шучу, не обижай его. не в обиду, что я тебе там Не могу. обижает, он тебя на видео обманчукает. Да-да, нет. Ну, я в шутку, я думаю, все понимают. Ну, или не все, но понимай, пожалуйста. Так. Вот, он зашел. Паш, твой как бы экран видно, то есть ты там ничего лишнего не полил, да? Все, я знаю, как его... Все, я знаю, как его найти сейчас. А, он уже его нашел. Он Ну, уже не, его он нашел. нашел, да, вот я говорю, о, Паша, ну чё ты, Пашка? Паша, у тебя все поплыло. Пашка, Пашка, черепашка. Нашу ссылочку ты пока переключи. Переключи на типа, чтобы я видел, да? Вот, все, я включаю твой экран. Не, подожди, я твой экран не включаю, не включаю. Заходи на аккаунт, потом я включу твой экран. Давай, входи. Сколько у нас людей было на стриме? Ну, максимум 10 часов, сейчас 8. Ну, там пацаны реально матерятся, но в натуре я бы сам бы не выдержал. Честно, я уже не удержу. Ну, мы как бы скинем, сделаем скидочку, чувачку, да, сам как бы первый раз, все дела. Но мы вас любим, мы не сдаемся, вы видите. Да? И все настолько вот серьезно. Пах, ну ты издеваешься. Слушай, я тут немного не догоняю. Мне написали нам комментарий этот. Димас, так, короче, под видео этот машинист на вас. Как ты мне на канал сделал спаун? Что это может значить? Еще раз, кто? Где? Я не вижу. Как ты мне на канал сделал спаун? Что такое спаун, я понимаю. Может, я не понимаю этого в отношении Ютуба? Спаун? Может, спам? Нет, спаун. Ну, кто написал? Димаста. А, ну, сообщение направил не лично. Что там? Что там думать? Ругается, смотри. Видишь? Возмущенно, так Подожди, удивленно. подожди секунду. Видос, я тебе серьезно. Чувак, я прям тебя уважаю. Но ничего больше сделать не могу. Серьезно.
в следующем просто вот, я даже не знаю, если у нас будет раздача, ну, она будет, это соответственно, ясное дело, да, тебе, короче, там прям плюс один к везению будет, я тебе отвечаю, тебя откупишь. Да, мы твой ник два раза напишем. Прям вот от души. Я правильно сказал, да, два раза. Можно их написать, да, можно. Все, без проблем. Ну, это все ясно, как бы, ну, я сказал, ну, человеку, что в личку написал, ну. Я хочу открыть этот стрим, чтобы увидеть комментарии, мне интересно. Паш, ты его найдешь, не найдешь сегодня, то есть. А, он его в друзья. Я нашел. Я не мог открыть этот в браузере Steam, что у меня был запущен Steam, ну ты понял, как клиент. Я понял, ну так закрой, не страшно. Не вони. Это голос Рашпёрна. Это не твой голос. Да слышали, не по видео снято. Да-да, все, это он. Так, как теперь отсюда отправить, или здесь нельзя отправить? Так, вот инвентарь. Ты валишь, не сигналишь, чувачок. Теперь он тебя должен будет в друзьях. Да. Отправить. Отправить. А теперь он там... Сейчас вот. В друзьях выбирать. Вот, да. Это он? Вот, да. Это он? Да. Погнали. Он и все там написано, хочет купить беседу. Он не покупает. Имя... Еще раз туда его ник ставили. В смысле? Просто напиши туда вот этот ник, вот этот цифр. Вверху он. Да вон он тебе, вверху выше, вот. Получатель, видишь, написано. Да, тут я бесич, да, вот. Да, вот, да. Все, я напишу. От канала, то есть фан там, с поздравлениями, короче, мы тебя любим. Слушай, да не томи тоже душу. Зачем это? А, да, все. Это я шучу, ну отправляй чуваку, чувак, просто задротнулся. Идите сообщение, да, не иначе. Один-один напиши, один-один, все. Олегос, нет, мы не первый раз за компьютером, я третий. Я обычно просто за пылесосом сижу, да, но сегодня пылесос занят, короче. Пришлось здесь за компьютер, тут только много клавиш, ты не поверишь, я тебе отвечаю, просто мудец. Ну что, проверяй инвентарь. Или ты уже отправил, подправил, да? Ну давайте. Что там, отпишись, пришел, не пришел. Ну, как бы мы отправили. Это было показано, как бы. Он здесь. Он здесь. Давай подождем. Ну давай. Чувачок, если тебе оно пришло, отпишись, покажись и все такое. Мне кажется, это тема. А, ну как бы все, на этом можно будет. А что, все пришел? Все, написал, да. Так, ну мы тебя еще раз поздравляем. Это самые жесткие 30 минут жизни. Всем сорян за него. Это были самые жесткие ваши 30 минут жизни. Очень просто в пустоту, но мы это сделали. Да. Ну, я думаю, как бы сегодня уже у людей, блин, там 4, наверное, уже не у 4. Илюха, блин, я тебя помню, я тебя никогда не забуду. Илюха, твой ник два раза, мы обещали, надо запомнить. Если что, напиши нам, мы вспомним. Просто, знаете, такая фигня была, что со стима клиента, если зашел уже, то в браузер не пускает. Придется в ящик заползать, брать оттуда код, вставлять в браузер, заходить через браузер. Это я этого не знал. Ну ладно, бывает. Итак, дорогие друзья. С вами был Форс, спасибо за внимание, всем удачи, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте там лайки. Немножко криворукий Рашбёрн, но он руки сегодня выпрямил, то есть вы все видели, да? Да, еще видите, у нас здесь очень умный, здесь очень умный глава канала, который сегодня очень много умничает. Так, подожди, дай сказать, ну, не перебивай. Вот, человек реально сегодня показал, как надо выполнять руки. Все, теперь его кунг-фу просто сильнее южного кунг-фу. Он просто мастер в этом. А завтра я покажу, как выпрямить руки некоторым из вас. Некоторым, не говорю всем. Про завтра у нас видео обучение. Расписание есть на канале. Да, у нас завтра видео обучение. Да, и ребят, у нас есть еще два бонуса от меня завтра еще. Лично в честь розыгрыша.
Слушай, Илюха. В Стиме добавьте. Денис. Вроде он не отправлял что-то там. Приглас. Че, Денис в Стиме? Ну, а зачем? Уже мы после обсудим. Ну, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить. Да. На этом можно. Всем спасибо. Всем спасибо, не забывайте, следите за нами. Присылайте работы, еще раз, ну, присылайте свои работы, я посмотрю, я их с достоинством оценю, ребят. И думаю, вам будет в радость то, что вашу работу увидят многие люди. Даже в самой группе 800 человек, а так еще и на канале, и YouTube посмотрят. Так что присылайте в группу, если что, пишите нам, ссылку дадим. И ссылка есть прямо на канале, там прямо написано «Наш представитель ВКонтакте». Все, заканчиваем стрим, всем спасибо. Еще раз, четвертый. Всем пока. Так, я микрофон разверно отключил. Микрофон нашего любимого форса отключил, потому как считаю, что закончить должен я. Поэтому, ребят, ну, на этом все. И три точки.